На встрече европейцев в испанской Гранаде планировалась еще одна тема – переговоры по Нагорному Карабаху на пятерых. Азербайджан, Армения, Франция, Германия, ЕС. Рассчитывали даже, что будет подписан документ об окончательном примирении армянской и азербайджанской сторон. Но сенсации не случилось. Выступить благородным миротворцем у Евросоюза не получилось. В Гранаду отказался лететь лидер Азербайджана Ильхам Алиев. Наши корреспонденты из Азербайджана и Армении Андрей Григорьев и Наталья Соловьева. Вывески поменяли быстро. Это теперь не Степана Керта, а Хан Кенди. И наша съемочная группа первая, которой разрешили проехать по городским улицам. Пустые дома, магазины и отели. Военное положение и круглосуточные полицейские патрули, совместные с российским миротворческим контингентом. Вот на перекрестках наши бронетранспортеры с триколорами. Иностранную прессу пускают пока только на близлежащие высоты. Там оставленные бункеры, в каждом из которых казарма и гараж для танков, и укрепления, в которых раньше по всему периметру стояли пулеметные гнезда. Такими траншеями изрыты здесь все вершины. С этой позиции легко можно контролировать всю долину, особенно город, расположенный вон там, внизу. Постов вокруг него было не меньше 50. Было предложено сдать оружие, и тех, у кого его не было, выпускали беспрепятственно. Объектами преследования стали лишь те, кого в Азербайджане считают военными преступниками. Не больше 20 фамилий. На одном только этом направлении собрано столько оружия, что его хватило бы для того, чтобы обеспечить целый батальон. От стрелкового, автоматов и пулеметов до тяжелой военной техники. Вот даже есть 2 танка. Это дорога, по которой из Нагорного Карабаха в Армению выехало до 120 тысяч человек. Автомобильные пробки было из космоса видно. За эвакуацией наблюдали российские военные. Наши блокпосты здесь на каждом километре. По обочинам вдоль Лачинского коридора десятки таких вот брошенных автомобилей. И к ним лучше близко не подходить и не прикасаться, потому что машина может быть заминирована, и ее сначала должны проверить саперы. Баку уверяет, что никто никого не выгонял. Жителям, наоборот, предлагали остаться. Единственное условие было азербайджанский паспорт. В начале 90-х вынужденные переселенцы шли из региона в обратном направлении, в Азербайджан. И, между прочим, число их тогда достигло миллиона человек. Вот документальные кадры, на которых люди набиваются в грузовики, много детей, пожилых людей, которые, очевидно, даже не успели собрать вещи. Сейчас они постепенно возвращаются в родные места, как Магомед Али Фархадов, уроженец карабахского села Агалы. Оно вместе с райцентрами Кельбаджар, Лачин, Агдам, Физули, Джабраил, Зангилан, Губадли и историческим и культурным центром региона, городом Шуша, перешло под юрисдикцию Азербайджана в 2020-м. И то, что на земле, то есть мы, люди, и то, что в земле растения должны жить. 30 лет здесь не пахали и ничего не сеяли. Когда мы ехали сюда, проезжали через разрушенные деревни и разоренные территории. И я понимал, как эта земля хочет возрождения, хочет, чтобы о ней заботились, чтобы растили на ней что-нибудь, строили, чтобы чувствовала человеческую руку и душу. Каждому из тех, кто покидал свои дома, бросал имущество 30 лет назад, государство обещает бесплатно предоставить на этих землях аналогичное жилье. Карабах Азербайджандыр. Ферангиз Салимова каждый вечер зажигает у себя на веранде 27 лампочек. Столько лет она была лишена собственного домашнего очага. После войны мы 3 раза были тут. Первый раз, когда сюда приехали, то не узнали это место. Здесь были одни руины. Во второй раз не узнали снова, потому что успели все отстроить в деревне. А в третий раз уже переехали насовсем. На месте разрушенной деревни Азербайджан за год построил новую, современную, с солнечными батареями на крышах и садиком у каждого дома. Азербайджан утверждает, что и армянское население всегда может вернуться. По крайней мере, КПП на границе сейчас открыт и функционирует. При желании по автотрассе можно проехать и туда, и обратно. Вот это фактически нейтральная полоса. За моей спиной Азербайджан, а вот там, на той стороне моста, уже Армения. И между 2 контрольно-пропускными пунктами обязательно стоят и российские миротворцы.
Разминирование – важная часть избавления от последствий противостояния. Оно сейчас идет по всему Карабаху. Это сложные минные поля в сочетании с противотанковыми рвами, поэтому процесс не быстрый и может затянуться на месяцы. В среднем противопехотные мины ставят в метре или полутора друг от друга, а здесь дистанция между ними всего 20 сантиметров. Противотанковые обычно устанавливают на расстоянии в 2-3 метра, а тут они тоже совсем рядом, да еще и вместе с противопехотными. Используют и стандартные миноискатели, и специально обученных собак, и даже роботизированные машины для разминирования, которые вспахивают землю на глубину до полуметра. Найденные боеприпасы уничтожают прямо на месте. Андрей Григорьев, Наталья Япончина, Станислав Пономаренко, Александр Феоктистов. Вести недели. Нагорный Карабах.